Новое видео выходит каждый день в 20:00. После ролика на основном канале, то бишь на первом, который называется Задан Семен, вышел ролик под названием «У кого покупать верты в 2017 году и не лохануться?» Мне огромнейшее количество людей стало писать в ВК, мол, слушай, а вот тот не кинет меня, скидывают ссылку, слушай, а вот тот не кинет, он вроде как есть у тебя в друзьях, значит, ну точно не кинет. Или, допустим, слушай, а ты вот в этом вот ролике порекомендовал того-то, 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 а вот он меня кинул вот так-то, так-то, так-то. Теперь ты обязан записать ролик для того, чтобы, ну, нас больше не кидали вот таких, как мы, работяг, которые хотят купить верты. И люди упускают одну очень важную деталь, о которой я сказал в том же самом ролике. Я сказал, чуваки, покупка вертов катастрофически противопоказана. И если на момент снятия данного ролика ни один из данных людей вас не кидал, то не факт, что после выкладки и снятия данного ролика эти люди не начнут вас кидать. И я об этом сказал. И большинство людей, вы знаете, скидывают мне то, как они, допустим, написали что-то на стене у официального продавца вертов по типу «куплю 1 миллион вертов на шоколаде», а им написал фейк и сказал типа «о, а я тебе могу продать 2 миллиона вертов на шоколаде, только по заниженной цене». И они, естественно, купили, подумав, что это тот самый официальный продавец. Но на самом деле это был фейк. Так вот, дорогие мои дебилы, покупка вертов на разнообразных GTA сам серверах запрещена правилами этих самых GTA сам серверов. И если вы эти проекты хотя бы маломальски уважаете, то скопите немножечко денежек с обедов и задонатьте в официальном донат-шопе. Так вы и проект поддержите, и не будете забанены уж точно. Это я вам могу гарантировать с вероятностью 99,9%. Потому что вы таки можете спросить, а почему 99,9%? Это же официальный донат-шоп. А дело в том, что многие дебильчики донатят, после чего нарушают правила сервера, вообще не связанные с вертами, улетают в бан и говорят, блин, вот после этого покупай верты в официальном донат-шопе. Вы понимаете, что покупкой вертов у каких-либо продавцов вертов вы, во-первых, нарушаете правила сервера, во-вторых, вы решаете сервер прибыли, и в-третьих, вы просто плохой человек. Просто понимаете, дело же в том, что у русских такой менталитет, что они хотят, блять, везде сэкономить. Понимаете, есть, по-моему, какая-то семейная подписка на Apple Music на 6 человек. И вы знаете, что они, блядь, делают? Они нахуй скидываются по несколько рублей каждый месяц, и вот эту вот семейную подписку, они платят за нее не столько, сколько там показано, а намного меньше. Потому что они, блядь, везде хотят найти какие-либо лазейки и, сука, сэкономить. Но не бывает так, нахуй. Если вы хотите, блядь, жить как в Европе, то привыкайте платить, блядь, как в Европе или в той же Америке. Какого хуя, блядь? Вы чё вообще охуели? Я рассказал вам об этих продавцов в ознакомительных, блядь, целях. Потому что, ну мало ли что может быть. Я ж не говорил, что вам нужно именно покупать. Вы можете и продать верты, вот тут да. Продавать верты вы можете, а почему бы и нет? Я не вижу, по крайней мере, в этом ничего плохого, кроме того, что вас могут кинуть. А так, вы знаете, что это верты ваши, вы их сами честно, а иногда и нечестно заработали, и вы их можете так спокойненько продать какому-нибудь барыге и получить с этого реальные деньги. Вот вы знаете, если бы какой-нибудь из серверов Сампа ввел такую, знаете ли, возможность продать верты посредством, то есть, естественно, меньше, чем вот курс доната продать верты, и при этом, то есть, и сервер бы ничего не потерял, потому что данные верты, они бы ушли в сервер, тем самым не портя экономику, тем самым, ну вы понимаете. И то есть и игрок бы был в плюсе, знал, что вот продал верты, при этом поддержал свой сервер, потому что многие люди по разнообразным обстоятельствам, бывает, что продают все свое имущество, там уходят в армию, еще куда-то, и продают верты, такое бывает. И продают они барыгам, их чистейшим образом, бывает такое, что кидают, бывает им нормально делают, но потом аккаунты этих самых барыг банят, если имущество было какое-нибудь жесткое. Вот. Я, опять же, хочу обмолвиться. Я против покупки вертов в любом
проявлений, понимаете? То есть, хоть как вы купили верты, хоть у кого, хоть у друга, понимаете? Есть перевод с счета на счет, есть розыгрыш, то есть от самих каких-нибудь там серверов, от каких-нибудь людей и так далее, где вы бесплатно можете получить. И я вот только за это. А покупка вертов — это удел слабаков. Уж если хотите верты получить на халяву, нигде не работая, и так, ну не на халяву, а разумеется, задонатив, то задонатьте в официальный донат-шоп. И я не буду рекомендовать вам какой-то сервер и так далее. Единственное, что хочу сказать, не донатьте вы, блять, на стартапах. Ни в коем нахуй случае. Это самое хуёвое из того, что вы можете сделать, в принципе, в мире. То есть, блять, донатить в стартап, в тот же, блять, не буду, ладно, называть имя стартапа, вы сами знаете, какой там стартап открылся. Вот, вы туда донатите, блять, это вы покупаете, нахуй, кота в мешке. А если, блять, проект закроется из-за каких-нибудь неправильных решений, то что вы тогда будете делать? Кому будете претензии предъявлять? Мне? За то, что я вам подсказал на сервак задонатить? Нет, так не надо. Опять же, хочу сказать, я против покупки вертов, продавать вы можете, безусловно, если только вы не барыга какая-нибудь, ну, мало ли. А если только свои накопления какие-то вы хотите продать и так далее, то можете продавать. Кто я такой, чтобы вам запрещать? Да кто я такой, чтобы запрещать вам покупать? Нет, я никто. Поэтому покупайте, если хотите, продавайте, если хотите. Вот только знайте, что вы забираете прибыль у сервера, если он закроется по вашей вине, то тут уж извиняйте. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.